Улица Рыскулова, как обычно, здесь возле больницы нифига не чистят. Машины вынуждены парковаться. Да и вообще здесь не то, что вынуждены, они просто здесь все паркуются, как и поэтому вот выходит вот такой вот коллапс неимоверный. Вот можете наблюдать сами эту картину, как здесь все паркуются. Вообще, ну это невозможно. Ни проехать, ни пройти, ни пробежать, ни пролететь. Куда смотрят наши сотрудники ГАИ? Дорога сужается в два раза.